Сегодня день памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. В Намском районе прошла акция, приуроченная к этому дню. В мероприятии приняли участие юные инспектора движения детской общественной организации «Юность Якутии». Каждому из них дана возможность внести свой вклад в предотвращение аварий на дорогах. Между тем, основные причины ДТП остаются неизменными. Это превышение скорости, вождение в нетрезвом виде, несвоевременный технический осмотр транспортных средств и устройств, обеспечивающих безопасность водителей и пассажиров. С начала 2017 года всего зарегистрировано 56 дорожно-транспортных происшествий. Из них 12 дорожно-транспортных происшествий, в котором пострадали люди. Трое из них погибли, 14 получили различные степени тяжести вреда здоровью. Также произошло 3 дорожных происшествия, в которых пострадали дети.